Игорь, здравствуйте. Сегодня у нас разговор интересный с одним из лучших бас-гитаристов России, так сказать. С одним из моих учителей, с Владимиром Родионовым. Мы сегодня постараемся на какие-то вопросы, которые я вот у меня накопились там. Я выписывал вопросы, и мы сегодня постараемся, собственно, поговорить о музыке, о всем том, что касается бас-гитары и музыки в целом. Вот. Здравствуй, Вова, мы будем на «ты» сегодня. Будем на «ты». Слушай, вот такой вопрос у меня к тебе. Вот сколько уже лет ты в руках держишь бас-гитару? Сколько вообще уже? Ты считал вообще? Что-то стыло. Сколько? Слышно меня, да? Ну, сколько ты лет? Вот бас-гитару? Ты считал, сколько лет ты играешь на инструменте? Да, очень много. И вообще-то я начал играть где-то лет с 4, правда, на гармошке. Вот. Ну, на гитаре где-то с шестого класса, да. Потому что шестой-седьмой. Это уже... Да. Потому что в восьмом классе я уже деньги зарабатывал на гитаре, уже играл в ансамбль. Слушай, а ты помнишь, как именно бас ты взял? Ты говоришь, на гармошке играл, а почему именно бас-то? В общем, если... Ну, я до этого играл на гитаре, да, вот. Ну, классический случай. А где-то лет 15 мне было, я сидел в джазовом бенде, оркестре, тоже на танцах мы играли, вот. А для себя занимался на контрабасе в музыкальной школе, просто неофициально приходил, знакомый директор давал контрабас, говорит, пока... Давал уроки такие бесплатные, вот. И так получилось, что у меня партии гитары и контрабаса были сдвоенные. Ну, мы играли там Людвиковского, пьесу «Воскресное утро», это типа блюза такой, вот. И у меня сдвоенные партии были. И вот однажды контрабасист не пришел на работу. Забухал, да. Вот. И мне мой наставник, саксофонист Ким Санхо, говорит, бери контрабас, потому что бас главнее, чем гитара. Ну, я взял контрабас, вот, а он еще рядом стоял со мной, я его манеру как бы слышал. Ну и заиграл, собственно говоря, партии все понятные. Вот. И мне пианист подошел и сказал после всего этого, говорит, чувак, ты никогда не будешь гитаристом. Ты будешь клевым басистом. Вот. Мне 15 лет, я так поверил в это. Вот. Знаешь, молодость. А потом получилось так, что приехали к нам цыгане из театра «Ромен», ансамбль цыганский. Замечательный ансамбль, замечательный музыкант. Вообще-то я до сих пор слушаю песни, плачу. Вот. Им нужен был басист. Вот. И так как я захотел в этот ансамбль, я резко, значит, продал гитару, купил бас-гитару Мусиму, вот, и поехал с ними на гастроли. Мне уже было 16 лет исполнилось, вот, первая моя гастрольная группа. Ну, а, собственно говоря, и все это было гитара, бас-гитара, все это менялось, пока не нарвался на джазменов. Вот, серьезные ребята, они мне там поставили очень жесткие условия. Ну, каждый день у меня подъем в 6 часов, 7:30 первая нота, по нулям последняя. И так полтора года по 12-18 часов в сутки. А задача простая. По нулям ты имеешь в виду ночью уже, да? Да, да, да. Ну, задача простая. Вот тебе лучшие контрабасисты мира. Рэй Браун, Рон Картер, вот, Эдди Гомес, вот, и еще плюс, вот записи, значит, снять на ноты, выучить наизусть, прийти сыграть, все, не снял, не выучил, не приходи, не пришел, не приходи никогда, вот. Это так серьезно, да. Да. Кстати.
Да, это классные ребята, я до сих пор им благодарен в Слушай, а были у этом. тебя случаи, когда вот ты не подготовленный, например, вот не подготовился, пришел и получил, так сказать, пару ласковых в свой адрес? Было у тебя такое вообще когда-нибудь? Когда ты вот Нет, провалил нет, репетицию хоть раз, там пришел неподготовленный, нет, ни разу, не вообще в нет, жизни нет, никогда не было, да, такого? нет, То есть ты себе не позволял такого не такого? было. Молодец, хорошо. Ну, как можно Это приходить не уважение. Ну, всякое бывает. Может быть, подготовленным? уровня не Вот, хватает. Уровня, да. например, бывает. Знаешь, такое уровня не хватает. Тебе кажется, что ты выучил, пришел, а недостаточно. Вот такое. Нет, ты понимаешь, дело в том, что когда снимаешь, там перепроверяешь каждый такт, вот, оно само это влезает в голову наизусть. Вот. Я мог ошибиться во время репетиции, мог ошибиться. Особенно если я пытался слушать, что у нас получается с пианистом, а он раньше начал заниматься. Вот. Если я начинал это слушать, я мог вылететь к черту из квадрата, из долю, потерять гармонию. Вот. Поэтому мне приходилось не сколько слушать, что у нас получается, а дятлом тупо долбить свое. Вот. И я хочу сказать, что у меня бывали ошибки вот такие, да, и никто, ни пианист, ни барабанщик, ни разу мне ничего не высказали. Ну, это, конечно, Вот. у меня такого не могу сказать про себя. У меня были ситуации, когда вот плохо подготовился. Поэтому я вот как бы это и спросил у тебя. Ну ладно. В общем, Ну, я там тебя просто понял. ребята профессионально к этому делу подошли. Вот. Раньше-то у меня были ансамбли. Ну да, бывало там что-то. Ну там песни как бы, у меня практики хватало, там эти квартовые цепочки, обыкновенные песни. Там можешь себе позволить и не готовиться, потому что наперед и во время, и в процессе на слух там все поймаешь. Вот. А здесь тот такой подход, вот ты вдалбливаешь партию там в подкорку мозга, вот. Потом уже через несколько лет уже анализируешь, что там происходит в ансамбле, а в начале свое держишь, ну нормально, вот так, да. Понял. Вот. Ладно, слушай, следующий вопрос. Скажи, пожалуйста, что важнее вообще вот для музыканта, все-таки вот вопрос, который такой важный, мучает многих. Что важнее, вот техника или все-таки правильность нот? Или вот что для тебя самое главное? Техника, насколько техника важна? Или все-таки важнее материал, ноты? Вот что, конечно, вопрос такой замыленный, но вот мне интересно твое мнение послушать. Я понимаю твой вопрос, вот. Потому что И некоторые тоже вот, извини, перебью тебя, молодые, извини, перебью, вот да. смотри, некоторые говорят, надо все играть, например, чисто, прям идеально, чтобы вот прям все по учебнику, все прям, каждая нотка в метроном, прям, не, ну, как бы это самое главное, вот, чтобы все прям, вот, ну, как, идеально было. Вот. А кто-то, наоборот, считает, что вот можно там где-то там ради искусства, там искусство не должно быть вот как бы идеально приторным, да, вот кто-то так считает, что должно быть где-то вот что-то. Вот где ты считаешь, где истина ближе к чему? Извини, перебил тебя. Ну, должен был объяснить, так сказать. Нормально, нормально. Вот. Значит, смысл такой, что бы ты ни играл, да, вот, в первую очередь должна быть музыка. Моцарта с Бетховеном никто не отменял, вот, я так полагаю. Во-вторых, ты можешь играть, если тебе хочется, правильно, можешь играть неправильно. Но это должно отходить из твоей души, из твоего мозга с пониманием чувства ансамбля, если ты играешь не один. Вот. И ради бога, ты можешь себя записать, послушать, нравится, играй так, не нравится, играй вот так. Вот. Поэтому самое главное, чтобы это была музыка, и самое главное, чтобы тебя перло. У нас бывали моменты, когда ошибался пианист, ну, другой, не с тем, с которым я джазом занимался, просто он в запальчивости берет аккорд, который тонически соседний на полтона, понимаешь? И звучит, да? Звучит? И он сам понимает это, что он ошибся.
и испуганно смотрит, а я в это время еще, я смотрю на него и слышу, что получился очень классный аккорд. Я его проанализировал потом, вообще и запомнил, потому что, ну, очень суперски получилось, и я потом это стал применять. Так что ошибки бывают иногда очень полезные. Вот. Ну, без ошибок мы не сможем, конечно, учиться, на самом деле. Ошибки да. Неизбежны. Да. Ну, самое главное, чтобы это было музыкально красиво, и ты сам проникался этим, чтобы от тебя... Потому что, понимаешь, музыка дает нам возможность открыть свое сердце, открыть свою душу. Понимаешь, и вот эта невидимая энергетика, которая касается людей, они говорят, как классно чувак играет, а он 20 раз уже ошибся. И Джо Пас даже говорил в своем интервью, я ошибусь там, а меня в это время снимают другие музыканты, ошибки, понимаешь. Поэтому ошибки могут быть, их не надо бояться, это в первую очередь, если тебе хочется играть правильно, чисто, красиво, ну, играй. Ну да, тут... Это тоже да, нормально, одно да. Другому поэтому не мешает, в общем, да. Да. Одно другому не мешает, да. Ладно. Вот мы ты сказал про классических, про классическую музыку. Значит, у меня, соответственно, сразу тебе вопрос. Вот, ты слушаешь классическую музыку? И посоветую, какие твои любимые композиторы? Может, не классическую, а именно вот такую старую музыку. Например, мне Шопен нравится. Это не классика же, но старая музыка, правильно? Ну вот я люблю Шопен. А у тебя есть какие-нибудь любые там, ну, свои любимые какие-то композиторы? Слушаешь ли ты? Ну, у меня Бах, Моцарт на первом месте. Естественно, и Бетховен там. Вот. Ну, очень нравится Шопен. Да много чего нравится. Ну, Вивальди. Да, я слушаю, да, года Вивальди. Очень классно. И Чайковский тоже, Рахманинов. Я слушаю, потому что это музыка. Я же занимаюсь музыкой. Я должен как бы сам для себя должен. Не кому-то я должен. Вот. Это знать, воспринимать. Вот. И пытаться в своем творчестве... что-то реализовать. Там... Ну, конечно, там столько находок, столько интересных моментов, и их можно переложить по-своему. Но, например, когда меня пригласили поучиться в музыкальный колледж, вот, я, естественно, не готовился к экзаменам. Я прихожу, не готовился, потому что я всегда готов, вот в чем дело. Прихожу, говорю, что нужно сыграть на экзамене? Ну, говорит, можно сыграть что-то, там, пару классических произведений, можно что-то свое сыграть, вот, и я хорошо, я абсолютно без подготовки, дома там даже не пытался нажимать, и я сыграл Бетховена с Сурка, вот, но сыграл его в джаз-вальсе в таком, вот. Все, ну, как бы зачет зашло нормально. Вот. Так что из классики, конечно, там же елки-палки, там же такой пласт багажа. Да, вот. Конечно. Я понял. Слушай, скажи, вот еще вопрос такой. Тоже он мучает умы людей, музыкантов. Важно ли музыкальное образование? Насколько, на твой взгляд, важно музыкальное образование для музыканта? Вот я считаю, что важно, например. А как ты считаешь? Ага. Вот твое мнение, вот образование, смотри, насколько вот оно помогает, насколько оно развивает, вот, ну, вообще в целом, как ты смотришь на образование музыкальное? Вообще, да, я понял. Давай задумаемся над словом образование. Так. Образование, оно что-то образовывает, да, вот и, как говорили мои учителя, я передаю из уст в уста, да, самая лучшая школа – это магнитофон. Ну, то есть... Сиди, слушать, снимай, анализируй, садись за фортепиано, а снимать обязательно с аккордами, вот, не обязательно там все ступени слышать, там, плюс-минус 9, минус 5, там, мэйчи и так далее. Музыка состоит из мажоров и миноров, да, вот, в основном. Поэтому достаточно снять... септаккорды, вот, и садиться за фортепиано, анализировать, да,
естественно, знать свою партию, но надо, чтобы, желательно, чтобы у тебя в ансамбле занимались этим всем. И потом есть запись. Что такое запись? Это музыкант, признанный миром уже, да? Ну, которого ты слушаешь, которого ты снимаешь, да? Это определенный, да такой эталон. Он уже признанный миром, и ты учишься у него сам. Сам. Вот. А бывает так, что, ну, допустим, учебник теории я выучил на пляже за 2 месяца с девчонками. Мы загорали, я брал с собой учебник. За 2 месяца я его выучил наизусть. И вот. Ну, может быть, не у всех такие таланты, способности, да? Ну, в принципе, его можно выучить наизусть, об этом надо знать. И все, что ты хочешь знать и уметь, ты можешь это... Ты же делать это будешь сам, без преподавателей. Учитель не будет тебе нажимать там на гитаре что-то. Вот. Ты будешь это делать сам. Конечно, есть фишки, есть толковые преподаватели. Вот. Не которые отбывают свою работу, вот, а которые заинтересованы именно передать свой опыт ученикам. И поэтому образование, конечно, оно помогает, оно способствует развитию. Вот. Но здесь... человеческий фактор, на какого ты преподавателя нарвешься, и какие, ну, мне отбили охоту в музыкальном школе. Могут отбить охоту, да? Мне отбили в четвертом классе, мне за полгода... Учить ноты, наверное, там... Года мне отбили охоту, меня... Да нет, не трудностями. А чем? А... Он просто не мог мне толком объяснить, что от меня надо, понимаешь? Он был алкоголик. В общем, то есть вообще никакого с ним контакта не было. И меня в музыку вернули битлы через 2 года. И, понимаешь, я сделал радиоприемник. Немножко что-то как-то у нас помехи пошли. Вов, подожди. Приемник послушал Can't Buy Me Love. Вот, и... Вов, подожди, остановись. Помехи пошли какие-то. У тебя там нормально с интернетом? Пропадаешь. Ну... Вот. Да у меня нормально. Все. Просто иногда твоя картинка зависает. Да. Ну, я понял тебя. Ладно, сейчас вроде лаги прошли. В общем, еще у меня тут такие вопросы. Скажи, как ты относишься к сотрудничеству с другими музыкантами? И вот это на самом деле такая тема. Ну, иногда не так легко найти своих людей, понимаешь, вот некоторые не могут, например, вообще с разными людьми играть, да, вот у них есть должна быть группа одна, вот они с ней работают, а, к примеру, с разными людьми тяжело кому-то. Вот как у тебя вот этот процесс выбора с твоих музыкантов происходит? У меня, ты знаешь, я же всеядный, у меня нормальное отношение к различным музыкантам, и бывает так, что играешь, ну, там, ну, неважно, там, косяки или какие-то моменты, ты все равно обогащаешься. Вот самое, что интересно, что ты что-то берешь себе на заметку от этого музыканта, с которым ты один раз в жизни сыграл, и все, и разбежались по разным городам. Бывает и такое там. Вот, но это нормально. Я считаю, что ты становишься богаче еще на одну ступень. Поэтому игра с разными музыкантами, она дает тебе, может быть, даже лучшее понимание того, что ты умеешь. Вот. Ты уже смотришь на это под другим углом. Вот. Поэтому я считаю, что это очень полезно, играть с разными музыкантами. Вот. А занимайся со своей группой, пожалуйста. Ну, играй еще с разными музыкантами тоже, да? Играй с разными, да. Устраивай джемы. А кто-то ревновать пусть они там будут. А вокалистка ревновать будет тебя. Все. Как ты будешь? Вот. С другими музыкантами играть. Вот. Тут не все так просто, как кажется. Ну, да, я слышал такую вещь, что... люди могут ревновать. Запрещают. И финансово как бы давят, финансово запрещают играть в других группах. Вот. Но я считаю, что это неправильно. Для творчества это очень неправильная штука. Вот. Потому что деньги – это деньги, а музыка – это музыка. Вот. Деньги могут поменяться, а музыка всегда останется.
Поэтому. Хорошо. Я тебя понял. Нет, хорошо, ну, я понял твой ответ, Ну, как бы да, то, что кто ревнует, пусть ревнует, да. Вот, еще вопрос. Как ты выбираешь Да. репертуар? Как ты относишься вообще к подбору произведений, к тому, что ты учишь, к каким-то программам, вот, к выбору Вот. репертуара? Вот расскажи. Ну, сейчас это просто происходит. Я слушаю запись, она мне нравится. Я ее снимаю, вот, разучиваю. И своим партнерам в интернете пишу: ребята, давайте сыграем вот это вот. Очень просто. Самое главное, чтобы тебе нравилось там Ну, то произведение. есть ты Тогда ты всегда включаешь их. только от этого отталкиваешься, что тебе нравится. А вот не, ты не бывает у тебя такое, что вот, приходится играть то, что не нравится, или делать какую-то программу, Было, репертуар, который тебе было, не нравится. Было, да, такое? было. Вот. Мне друг говорит: надо выучить вот это. Я А тебе не сижу, нравится? учу. Да, мне не нравится. Я сижу, учу. Я проклинаю все на свете. Мне это не нравится. Меня тошнит от этого. Вот. Когда я выучил, вот. Выучил хорошо. Вот. Наизусть, естественно. Вот. Я начинаю играть это легко, по-своему. Я нахожу в этом свои ощущения, свои впечатления. Я говорю своему другу: спасибо, дорогой, что ты меня заставил выучить это ненавистное произведение, Теперь я которое его я полюбил. полюбил. И полюбил, да, от ненависти до любви один шаг. Да. Поэтому ломаешь себя, но ты знаешь, что это вернется тебе сторицей. Вот, поэтому так бывает тоже, да. Хорошо. Слушай, скажи, вот про технику опять. Про технику. Ага. Скажи, какая вот техника в твоей игре, какую роль играет именно в Ага. твоей игре? Ой. Важно ли для тебя Да. техника, или все-таки это, ну, как ты на это смотришь? Да, вот И сколько ты здесь времени потратил на опять-таки. технику? Ну вот. Была такая информация давно, когда я был очень молодым, там лет 20, что Рихтер жила через стенку девушка, она слышала, как он неделю по 12 часов играл три ноты. Вот, три ноты. А что, он не мог их запомнить, что ли, за один раз? Он неделю по 12 часов их играл. Она так и Но думала, он наверное. учил. Да, сначала. Он учил не три ноты, он учил дыхание Моцарта. Это разные вещи. Вот. Поэтому для меня техника – это не тык-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 тык, это не трактор, работающий в поле, а в первую очередь должна быть музыка. Если ее нет, то вся твоя скоростная игра, как вентилятор на любом инструменте, она все коту под хвост. Если нет музыки, если нет проникновения, если нет образов, если нет фразовой логики в твоей импровизации, понимаешь? Вот. Тогда это все вот, в цирке, да, вот смотри, он уже 5 штук уже там шариков бросает. Смотри, он уже 10 шариков бросает. Смотри, какая техника, да? Вот. Поэтому техника должна быть в первую очередь музыкальной. Вот, тогда это техника. А если это просто скорость, несется автомобиль по автобану 250 километров в час, плохое сцепление с дорогой, вот, дуновение хорошего ветерка, и он летел к чертовой матери. Очень сложно передать глубину мысли, какую-то значимость на скоростях. Это гении достигают таких высот, я так полагаю. Вот, поэтому я никогда не стремился играть к быстрой игре, хотя знаю технологию, кому интересно, могу рассказать, как научиться играть быстро. Надо Вот. сначала Но учиться я играть медленно. избавлялся. Да, все правильно. Вот. Я избавлялся целый год от этого, от скоростной игры, и слава богу, избавился. Вот. В этом плане, как бы, ну, у меня получилось так, и я недавно это заметил. Я играю то, что хочу, так, как хочу. И можно двумя словами сказать очень много, а можно, да, помнишь эти фильмы
там японские, китайцы, когда там, ну, типа такой эмоциональный, так, говорит, и там переводчик потом через не понимает, полчаса, да? Он сказал нет. Не, он сказал нет, он перевел все, что тут полчаса. Вот, понимаешь, да? Вот. Вот такая штука. Поэтому к технике надо относиться, да, очень осторожно. И самое главное, построить свое отношение к той музыкальной мысли, которую ты излагаешь. Если этого нет, то это уже и техника никакая не нужна просто. Это выхолощенная игра называется. Хорошо, вот. Вов, я тебя понял. Отличный ответ. Давай дальше. Вот. Скажи, давай дальше. Какие вообще вот музыканты, какие музыкальные альбомы, может быть, исполнители на тебя больше всего повлияли? Ну, не обязательно там джазовые, любые, может быть. Вот в твоей жизни самые главные такие вот, которые на тебя огромное влияние, может быть, как на музыканта оказали. Есть такие вообще исполнители? Есть, да. Ну, давай назовем парочку вот таких самых крутых там. Пять штук давай назовем. Пять твоих самых влиятельных. Ну... Опять пропал, Вов. Так, ладно. Ну, пропал, естественно, Колтрейн, Чарли Паркер, ребят. Сейчас слышно? Ну, сейчас уже слышно. Алло. Да, слышно. Ну вот, называю. Колтрейн, Паркер, Монк, Гиллеспи. Вот. Ну, всех не назовешь. В основном, ну, они все на меня оказывают влияние, но больше всего на меня чисто практически оказал влияние это Чикарея. Вот. Я лет 15 не мог ничего другого играть на фортепиано, как только его музыку в его манере, там, его фразировкой. Это вот он меня очень сильно зацепил в этом плане. Хорошо. Вот. Ну ладно. А в принципе, подожди. В принципе, я слушаю и молдавскую музыку, и кавказскую музыку, и Рави Шанкара. Я где-то 2 года сидел на Индии. Как вот. Сейчас Рави? Поэтому. Как сказал последний Рави? Как зовут музыканта? Рави Шанкар. Рави Шанкар. Вот. Ну, Нора Джонс, его дочка, она там в Америке поет. Понятно. Вот. Понял. По-моему, или внучка, но не помню точно. Ну, в общем, его вот. А другая его дочка, она сейчас играет на ситаре очень здорово в Индии. Продолжает дело папы. Хорошо. Вот. Ладно, идем дальше, Вова, идем дальше. Ладно, скажи, пожалуйста, вот что, на твой взгляд, не знаю, такой вопрос, опять же, наверное, сложный. Самое главное для музыканта, что, ну, на твой взгляд, в нескольких словах, самое главное? Для музыканта? Да, самое главное. Что он должен делать, уметь? Что он должен... Ну, во-первых, очень главное, чтобы музыканта в начальном его пути его поддержали. Mm-hmm. Вот. Ну, вот, это, кстати, вот я на самом деле не часто такое можно, да, встретить. Это не часто бывает. Не особо поддерживать как-то, да, вот стремятся. Да, поэтому. Да, поэтому приходит. Да, да. Вот я сыграл одним пальцем на гитаре на одной струне. «Дом восходящего солнца», там-там, та-да-дам, пам-пам, та-да-дам. Вот. И меня мои пацаны с ансамбля, мы на аккордеонах играли до этого, в школьном ансамбле, вот, они меня поддержали, они сказали: «Вова, ты гений, ты соло-гитарист крутой», понимаешь, что одним пальцем на одной струне мелодию на слух подобрать там. Вот. Они меня поддержали, я в это поверил. Вот. И, естественно, это был 6-й класс, а в 7-м классе я уже деньги зарабатывал на гитаре. Вот. Вот это очень важно. И потом я бы каждому музыканту порекомендовал бы, если нет такой поддержки, вот, самому себя научиться поддерживать.
Вот самое главное, что это если ты хочешь, делай. Ну, не жди, как говорится. Знаешь, вот мои... Не жди поддержки, да. Да, на самом деле. Она важна, но особо не жди. Да. Да, ну, поддержи себя сам, в конце концов. Ну, да. Ну, докажи, это просто люди могут, докажи так, свои... Не все могут. Да. Кто постарше, вот. Они могут. Ну, а вот, ну, более молодым, это может тяжело быть. Вот. Я согласен. Но, с другой стороны, тебя топят, как говорится. Но ты своим творчеством показываешь, нет, ребята, все не так, все вот так. То есть доказывай в первую очередь не кому-то, а самому себе, именно своим творчеством. Оно, достоинство рождается, знаешь, когда? Когда ты позанимался год по 12 часов каждый день. Вот тогда у тебя будет достоинство, ты пришел к результатам. И это все слышат, вот. Это все слышат, результаты будут. Но если, конечно, мозги при этом прикладывать, а не тупо там. Да, да, ты должен четко понимать свои задачи, какие ты решаешь, какие проблемы. Ты там про метроном что-то говорил. Ну, про метроном я тебе так скажу. Тик-так, 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 тик-так. Ну, ты что, не выучил его наизусть? Метроном должен быть у тебя внутри. Вот и все. Ну, да, внутренний пульс. Вот и все. Хорошо. Скажи, вот, да, вот внутренний еще... пульс. Если его нет, то этой музыки не будет. Да. Скажи еще, вот можешь дать какие-нибудь советы для начинающих бас-гитаристов, для начинающих музыкантов? Вот какие бы ты дал советы для того, чтобы не забросить инструмент, полюбить инструмент, полюбить музыку? Что вот новичкам бы ты мог сказать напутственные слова? Вот что для них главное? Ага. Вот. Я думаю, что в музыку... Ну, это мое мнение, ну, субъективное. В музыку надо приходить через музыку. Не через музыкальную школу, а через музыку. Ты должен это услышать и должен это полюбить. Ну, как должен? Если ты услышал... басиста там, или контрабасиста, или ансамбль, полюбил эту музыку, полюбил инструмент, тогда ты начинаешь приобретать себе инструмент и находить таких же единомышленников, создавать ансамбль, в ансамбле быстрее растешь, чем один. Ну да, вот. Да, ансамбль вообще очень сильно растешь, да. Вот видно, да, человек, которому да, ансамбль играет, да, который... Их... Дома, сразу видно. Да, и молодым музыкантам бы вот хотел сказать, что на репетиции, когда собираются, должно быть только три слова. Первое – здравствуйте. Второе – что бы там ни происходило, спасибо. Спасибо, а третье – до свидания. Все. А потому что выяснять, кто, да, выяснять, кто там главный, кто ошибся, кто там плохо сыграл, кто там хорошо, кто там лучший, кто не лучший, это совершенно не касается музыки. Это совершенно другая тусовка, другая тема. Поэтому даже если музыкант, с которым ты играешь, ошибся, не так сыграл, но он с тобой играл, он с тобой делал ансамбль, он тебе помогал развиваться, но он человек, он может ошибиться. И если ему тыкать в это, в его ошибки, это очень безнравственно, я считаю, и ну, неблагодарно. Да, может обидеть человека, в конце концов. Может обидеть, вот. И на самом деле конструктивно... Да, ты испортишь... Отношения просто испортит, да, а ты лучше не будет. Испортишь отношения, и все. Вот. А дальше уже ансамбль невозможен, когда настроение испорчено. Вот. Если у тебя задача испортить отношения, тогда давай. Смотря какая цель, как говорится, Поражай всех подряд, да. А если ты хочешь играть музыку через ошибки, через тернии к звездам, как говорится, тогда здравствуйте, спасибо, до свидания. Достаточно. Хорошо, вот, все, так. Спасибо, это исчерпывающе. И молодым басистам я бы посоветовал такая школа, новая аппликатура для контрабаса. Вот. Новая, по-моему, я тебе ее высылал. Да, для контрабаса. Новая аппликатура для контрабаса. Вот. Я тебе ее высылал, в принципе, я потом тебе пришлю
Вот. У меня столько литературы, у меня там гигабайты просто всего, надо поискать. Понятно. Ну вот, вот именно вот это, вот это, то есть она ставит басистам руки, то есть для, это, для читки грифа очень, ну понимаешь, одна палка, четыре струна были задолго до бас-гитары изобретены, это был контрабас. Uh-huh. Вот. И ребята годами, столетиями, там, десятилетиями продумывали вот эту аппликатуру. Вот. И я ставил ребятам руки по этой аппликатуре и себе то же самое поставил руки. Очень удобно читать гриф во всю его длину. Там достаточно 3-4 гаммы выучить, переходы, вот, чтобы продумывали вот эту аппликатуру. Вот. И я ставил ребятам руки по скоростной, как говорится, игры на скоростях. Ну, учится она медленно, конечно, она четвертями написана, там арпеджио и гамма. Вот это я тебе вышлю еще. Хорошо. Ну, опубликуешь. Ладно, слушай, да, вот, кстати, вышли. Да. Да. Еще мне, вопросы. Наверное, есть, но лучше это. Есть, конечно. Слушай, скажи, вот еще такой вопрос тоже интересный. Насколько важен инструмент для музыканта, для басиста? Важен ли дорогой инструмент, который, ну, какой-то вот фирмы дорогой, да, там? Или это не особо важно? Вот насколько это, на твой взгляд, критичный момент вот, инструмента для музыканта? Насколько это в творчестве решающий? Это очень, очень важный вопрос, очень и очень важный момент. Почему? Угу. Да, потому что инструмент надо, естественно, пробовать, надо сравнивать, вот, угу. Чтобы он отвечал, как говорится, именно, ну, понимаешь, как вот я приехал, у нас не было еще магазинов, я покупал свой инструмент, я приехал в Польшу, угу. Вот, и обошел 3 магазина. Один взял там 5-струнный там с активатором, вот, поиграл. Ну, он клевый, да, он классный, но он мне как-то не зашел. Потом в другой магазин зашел, там перепробовал все басы. Вот. Ну, классно, да, играть можно. Вот. А зашел в третий магазин, там вот эта Yamaha лежала, я взял все, это моя зубная щетка. Вот, как говорится, удобная со всех сторон. Меня ваш калужский музыкант Игорь Доценко, вот мы когда с ним встречались, uh-huh. Царство ему небесное, вот, говорил, зачем ты купил Yamaha, я бы тебе там мог найти Fender Jazz Bass, вот. Но я брал в руки этот инструмент, да, можно играть, хороший инструмент, ничего не могу сказать, но Yamaha, она универсальная, как бы. И там можно играть и рок, и джаз, и песни, и классику. И она мне удобна и по звуку, и по, как говорится, по ощущениям. Так что... Ну, свой инструмент нашел. До сих пор он с тобой, это Yamaha. Уже много да. лет. И ты не меняешь инструменты, вот у тебя одна Yamaha особо... Да. Угу. Так, опять куда-то попадаешь. Да, инструмент — это твоя душа. Опять вот. Куда-то попадаешь. Вот. Вот. Инструмент – это твоя душа, и он должен как бы тебе откликаться. Вот так его. Хорошо. Я тебя хорошо вижу, хорошо слышу. Я тебя вижу хорошо, но иногда подвисаешь, да, вот что-то. Ладно, ну, хорошо, я тебя понял. Так, ладно. Ага. Еще какие-то вопросы у меня возникали в голове, какие-то интересные. Ну, что-то я уже подзабыл даже. Вот про инструменты я тебя спросил, насколько важен. То есть инструмент важен все-таки, да? То есть как бы я тебя понял. Ладно, скажи, вот ты летом на пароходе играл. Как тебе вообще впечатление? Гастроли на пароходе. Расскажи. Что самое сложное было? Что самое сложное? Что самое простое? Ага. Подвис. Так, ну Вова у нас пропал сейчас куда-то. Отвис. Если ты занимаешься джазом, у тебя планка, естественно, поднята высоко. Ага. Или джазовой музыкой. Планка у него поднята высоко, там требования как бы очень большие. А когда ты играешь песни,
А, ну мы попсу играли, попсу играли. Ну Вот, скажи, да. сложнее что, джаз или попса Да. сложнее для тебя? Да, мне как бы, мне же через год будет 70, да, вот, поэтому у меня как бы сложности не Уже нет представляет, уже, да. Уже все легко. да, как бы, С таким опытом, конечно. иногда даже приходилось там джаз на слух играть, понимаешь, вот, без нот совсем, вот, просто слышал когда-то тему, а тут ее надо сыграть. Тональность узнал, дальше уже по ходу включаешься и находишь все эти нужные аккорды. Вот. Ну, там пару косяков двинешь, вот, а потом все это выравнивается, и все нормально. Вот. Я не хочу сказать, что там что, на пароходе было что-то сложное. Вот, все было классно, все было нормально, четкая работа, очень четкий, вообще четкая команда. Ну, команда это важно, Вся. конечно. И менеджеры, и бармены, официанты, капитан, штурмана, боцман, команда, ребята, матросы. Каждый занимается своим делом, четко выполняет свои функции. Вот это ансамбль, это оркестр, понимаешь? Вот. И вот в этом плане было приятно работать, что каждый четко знает, что ему делать и когда. Вот. То же Все. самое и у музыкантов. Вот. Я тебя понял. Хорошо. Вот. Это, да. Так, ну это был Владимир Радионов. Вот такое у меня сегодня интервью получилось. Вопросы у меня закончились пока, но я вот были какие-то, я забыл. Так что пока на этом, Вов, спасибо тебе за то, что ответил на мои сложные вопросы Да. про музыку, про джаз. Очень, ну, такие, как сказать, ты меня всегда мотивировал, знаешь, вот с тобой пообщаешься и сразу заниматься Да. хочется. Поэтому я решил как бы вот записать, чтобы А. всегда включил запись и заниматься хочется, понимаешь? Должно быть такое как бы видео. Вот, поэтому спасибо, Вов. Вот такое сегодня было интервью.